Смотри, сколько надо лет, чтобы она выросла взрослой стала. 20 лет. Вот я желаю Татьяне Владимировне эти 20 лет, чтобы она директором дворца, городского дворца. Потому что 9 мая показала, что это для города идеальный вариант. Пусть растет наша Туя, да. Все 20 лет. Пусть растет, Татьяна Владимировна вместе с Туей. Мы будем за ней смотреть. Вообще это дело мероприятие очень хорошее. Красота какая, Олечка. Да? Вот. И тут всегда ветераны на мероприятия по этой аллейке ходят. Им, конечно, будет приятно. Это еще одна маленькая деталь, один маленький шажок в направлении нашего, как бы, цель нашей администрации, все, что в облагородии, чуть-чуть стали уютнее и красивее. Это то, о чем мы говорим, но что-то у нас никак не извлекается. Вот это вот деталька, но приятная.